Здравствуйте, господин Гонтюк. Очень приятно вас увидеть в России, в Твери. Скажите, какое кимоно вы выбираете, синее или белое? Для меня без разницы. Главное сражаться. Смешной момент в вашей спортивной карьере можете какой-нибудь рассказать? Смешной? Ну, это, наверное, то, что я когда начинал дзюдо, я первое соревнование проспал. На ваш взгляд, самый артистичный дзюдоист в мире? Ну, я не знаю, я думаю, артистичные дзюдоисты те, которые понтыковали много, раскидывают руками, там, прыгают. Надо уметь, это только сегодня я прихожу к этому. Цирк бывает на ковре. Вам бы хотелось побороться с Дзигоро Кано, если такая ситуация бы позволила? Ну, у меня правило как бы уважать старших, и мне, естественно, хотелось просто с ним хотя бы пообщаться. Если не дзюдо, то что? То семья. Ваша мечта? Ну, моя мечта, естественно, чтобы была олимпийская медаль, но мечта дарить людям добро. Что важнее для вас, жизнь или борьба? А жизнь – это и есть борьба. Спасибо большое, удачи. Все. Четко.